Катя это делать? Я рисую ей на спинке вот такие полоски черным фломастером. А что не хватает еще нашей пчелы? Глазки. А здесь и глазки нарисую. А вот и получилось у нас из нашего чудесного квадрата получилась вот такая пчела. Ну, поздоровайтесь, пожалуйста, с пчелкой. Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас всех. Вы такие все чудесные. А можно узнать, почему вы сегодня здесь такие красивые? Что за праздник у вас? А? Что за праздник у вас? Что? Сереж, что за праздник? Ну, какой мы праздник отмечаем сегодня? День рождения пчелы, да? Но ей скучно одно, и поэтому она очень желает, чтобы у нее появились подружки. Вы поможете мне в этом? Да? Посмотрите, сколько у меня есть подружек, пчелок маленьких.